Мы перепрыгиваем и строим платформу над шипами. Перепрыгиваем шестеренку, которую спиздил магистр Пердулянов из часовни. Следующие два шипа мы тоже пропускаем. Потому что мы этому научились из предыдущего обзора. Чуть позже вас перекосоебит, главное не паниковать. Вас будет ожидать местный бомж. Его зовут Степа, Степик, Степан, Степандрю. Желательно остерегаться его, поскольку он хочет вас сожрать. За то, что вы по пьяни спиздили его бутылку детского шампанского, ну вы поняли. После Стёпы, Стёпика, Степана, Степандры идет своего рода эскалатор прямиком к секретвею. Дальше идут пару шипов и левитирующая конструкция, на которую вы обязаны запрыгнуть, ведь по статье 228.4 ГК вы обязаны запрыгивать на всякую хуйню. На предыдущем туториале по прохождению самого сложного уровня в игре 100 лайков не набралось, и туториала по желтому орбу не будет.